Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня очередные книжные покупки, потому что я все еще не могу удержаться и скупаю все подряд. Диагноз неизлечим. Итак, как вы можете уже наблюдать, здесь у меня такая разношерстная стопочка. Они все разные по формату, по содержанию, еще все какие-то разные. Так что не будем тянуть, приступим. И первое, что я вам хочу показать, это антистрессовую раскраску, которую я купила впервые, блин, в жизни. Я выбрала фантастические создания, раскраска антистресс для творчества и вдохновения. Дальше у меня идут три комикса про Тинтина. Вы просто знаете, как я люблю Тинтина, наверное, уже должны знать. И тут у меня продолжение моих тех комиксов, которые я еще даже не прочитала. Это «Краб с золотыми клешнями», «Скипетр от Такара» и «Черный остров». Дальше идет просто какой-то хаос, просто даже я сама не знаю, что это. Так, это очередная книга онлайн-бестселлер «Абсолютные элементы», «Red Green Lebowski». Я думала, я купила все хэштеговые книги, как я их называю. Но нет, на днях нашла вот такую вот «Абсолютные элементы» и решила купить. Дальше идут три книги из серии «Копивоителя» и «Эрин Хантер», которых я тоже обожаю, ровно так же, как и «Тинтина». Здесь у нас идет «Забытый воин», это я еще докупаю старую серию «Главная надежда», и уже новый цикл «Солнечный путь», то есть продолжение того цикла. Дальше идет «Рейнбоу Роуэлл, Элеонора и Парк». Это история о двух подростках, которые любят друг друга, все дела, там, любовь, морковь. И меня немного поразило то, что написано тут «Рейнбоу Роуэлл», а не «Роуэлл», как на моих тех книгах «Фанатка» и «Верность». И то, что она по формату совсем не подходит к тем книгам. То есть вы просто посмотрите на вот этого гиганта Элеонору и Парк, и вот на вот эту малышку «Верность». Она просто в разы отличается, и не очень красиво стоит на полке, но мне это как-то не мешает, так что все равно. Дальше идет книга в подарок, которую я выбрала, это «Вредный пес», потому что я больше не нашла ничего, кроме этой книги, для чего-то годного, потому что я решила, что «Вредный пес» будет очень интересно посмотреть. Это фотографии разных собак с разными подписями смешными. 278 откровенных и шокирующих фотографий, компрометирующих лучших друзей человека, то есть я это взяла, потому что решила, что это будет интересно, смешно. Также тут посвящается собаке по кличке Тина, поэтому я уже люблю эту... Ну, там не только Тина, но там многие другие собаки, но эта книга мне уже нравится. Дальше идет книга «Захватывающее время», которая меня разочаровала немного своим видом, потому что я ожидала книгу в твердом переплете, где-то вот такого размера, но пришла вот эта в мягкой обложке, и просто я такая: «Что?» Я ожидала книгу где-то наподобие как «Девушка онлайн», вот такого формата, такой обложки, но, блин, нет. Она пришла в мягкой обложке, я такая: «Что?» Так, следующая книга, она на конную тему. Это «Дымка и черный красавчик», Вилл Джеймс и Анна Хьюэлл. Я просто хотела купить две эти книги, но нашла сдвоенную книгу, и я выгодно, так сказать, ее купила. Так что теперь они у меня есть. Я давно хотела прочитать «Черного красавчика», хотя я смотрела мультик и фильм, и все такое, как бы. Следующая книга — Джейни Хан, «Всем парням, которых я любила». Я ее много раз добавляла в корзину, но в последний момент она пропадала с продажи. Я такая: «Что? Почему? Зачем? Вернись!» И тут она наконец-таки у меня, красивая. Дальше идут манга «Судьба Горелого». Это опять же «Коты-воители». Это очень выгодная покупка, потому что здесь три комикса за 300 рублей, в то время как «Тинтин» стоит одна штука за 400 рублей. Так что, ребята, хотя я ожидала формата такого же, как у «Тинтина», но пришли вот такие вот маленькие. И это манга «Потревоженный покой», «На подмогу племени» и «Сердце воителя». То есть это «Судьба Горелого» после того, как он ушел из грозового племени. Господи, все сложно. Дальше идет книга в подарок «Сейчас самое время», Дженни Даунхэм. Как я узнала уже после того, как подержала ее в руках, есть фильм по этой книге. И она мне чем-то напоминает, по-моему, «Виноваты звезды» по аннотации. Ну, то есть там 100% кто-то умрет. Так, все, книги на этом закончились. Очередные, господи, я их еле распихала по полкам. Вот ей-богу, еле распихала. Так что с вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока, читайте книги. Всем пока.